У нашего форума есть и особая миссия – продвигать идеи модернизации права в условиях глобальных изменений. Продолжает развиваться конфликт между правообладателями интеллектуальной собственности и пользователями. Надо сказать прямо, эффективных решений в этой сфере не найдено. Еще есть одна область виртуального пространства. Я имею в виду электронную коммерцию, электронные сделки расширяются настолько стремительно, что право не успевает на это реагировать. Сегодня активно развиваются называемые технологии блокчейн, так называемые умные контракты. С их помощью формируются, по сути, автономные от государства саморегулируемые системы, которые начинают жить по своим неписанным законам. Взаимодействие в сети идет не между людьми, а между электронными устройствами. Совсем нестандартная задача для правоведов, задача поиска новых эффективных решений, которые могут стать основой для образования, по сути, новой области права. Именно право дает сбалансированный ответ на самые острые вопросы, помогает находить общий язык людям разных культур и убеждений. Нужно реализовывать те инвестиционные проекты, которые у нас есть. Конечно, запустить режим зоны свободной торговли между Евразийским Союзом и Вьетнамом. Большой интерес деловых кругов имеется к кооперации в области телекоммуникаций, информационных технологий, банковского дела, направления, связанные с машиностроением, судостроением, горнодобывающей промышленности и сельским хозяйством. Что касается энергетики, то это сотрудничество носит стратегический характер. Главной задачей сегодня является развитие торгово-экономического сотрудничества. У нас есть хорошие перспективы в таких областях, как сооружение энергообъектов, поставки техники для подъема грузов, для энергетического оборудования, буровой деятельности, добычи полезных ископаемых и телекоммуникационных технологий. Положительным моментом я бы отнес инвестиционное сотрудничество. Вот только что мы были свидетелями подписания документов на большие суммы. Достаточно сказать вот о подписанном сегодня документе между Российской Федерацией и CP Group. Объем вложений по этому проекту составляет $1 млрд. Еще одно направление сотрудничества – это туризм. Таиланд останется одним из самых таких привлекательных мест для отдыха за рубежом. Проекты, которые реализуются в наших странах, это и транспортная инфраструктура, и судостроение, крупные энергетические проекты. Недавно к этим направлениям добавилось сельское хозяйство. Но, может быть, самое важное, что помимо контактов на уровне правительств, поддерживаются прямые контакты с участием бизнеса, экспертов, ученых. Хотел бы в свою очередь пригласить наших сингапурских друзей участвовать в Петербургском экономическом форуме, в Сочинском, в открытых инновациях и в других мероприятиях. Мы задачу перед собой такую поставили, чтобы не менее 5 университетов вошли в топ-100, причем в достаточно короткой перспективе, к 2020 году. Мы оказываем университетам поддержку в виде субсидий. Каждый университет формирует программу и представляет ее на конкурс. Принятые меры уже принесли определенные результаты. Растет число университетов в общих списках мировых рейтингов, улучшаются позиции в предметных рейтингах. Многие вузы улучшили результаты своих научных исследований. Общее число публикаций в международных научных журналах выросло в 2.5 раза. Число высоко цитируемых публикаций – 3.5 раза. Удвоилось число иностранных студентов, а число сотрудников, имеющих опыт работы ведущих мировых университетских центров, увеличилось более чем в 10 раз. Программа поставила университеты в конкурентные условия. Университеты понимают, что достаточно проиграть по нескольким параметрам, и ты вылетаешь из приоритетных. Цифры по нашим консорциуму и по МИФИ, значит, конкурс вырос более чем в 2 раза на одно место, в 3 раза выросло количество иностранных студентов, профессора, имеющие опыт преподавания в университетах мирового уровня, в 30 раз. Нужно использовать возможности Академии именно в научной компоненте. Сегодня 30% публикаций делаются учеными совместно в Академии наук и вузами, это очень хорошо. Поддержку мы продолжим, деньги будут распределены, и университеты их получат. Нам нужны эти рейтинги не ради самих рейтингов, а ради того, чтобы были качественные знания, чтобы передавать их по наследству, то есть, иными словами, из поколения в поколение.